Приготовила перья. Вот два почти одинаковых. Один большой и два тоже почти одинаковых. Вот выберу я из этих двух крайних. Или эти два будут для сережек и одна для брошки. Ну или для кулона. Посмотрим, что получится. Сейчас подберу я черный фетр, буду вышивать на черном фетре. И черные бусины. Пока еще не знаю, какой добавлю цвет. Красный, черный. Будет сочетаться или черный, синий, или черный, желтый, черный, оранжевый. Пока посмотрим. Сейчас пока я готовлю. Перья приготовил. Черный фетр, на нем буду я вышивать. Серьги в любом случае не получится одинаковые, может быть, чем-то будут отличаться, мы посмотрим. Так, сейчас выберу я стразинки, потом уже вам покажу, что я выбрала.